В результате произошедшего погибли три человека. Предположительно, это пассажиры легкового автомобиля, находившегося рядом с подорвавшимся грузовиком. В настоящее время из воды подняты тела двух погибших, мужчины и женщины. Их личности устанавливаются. Кроме того, следователи Следственного комитета установили данные грузового автомобиля и его собственника. Это житель Краснодарского края, по месту жительства которого проводятся следственные действия. Изучается маршрут передвижения автомашины и соответствующая документация.